Привет жителям и гостям Ютуба. В Москве уже 3 дня стоит просто великолепная погода. Практически в мае случилось лето. Ну, на самом деле ничего сильно удивительного в этом нет. Здесь такое случается. За 3 дня все распустилось, включая березы. И я думаю, что вы уже поняли, на что я намекаю. Сегодня с утра машина была с таким красивым золотисто-зеленым тюнингом в виде красочки. Береза цветет просто отлично. И самое большое удивление в этой истории в том, ну вот, видите, что я немножко тру нос. Но на самом деле это сущая ерунда. Потому что раньше весной в это время года я просто умирал. Выйти без таблетки кларитина или супрастина на улицу для меня было просто нереальной историей. Особенно как раз вот в эти дни, когда березовая вся эта пыльца летает, это просто был для меня ад. Но, как видите, пыльца летает, а у меня, ну, разве что немножко, совсем чуть-чуть свербит в носу. Иногда немножко я чувствую это дело глазами, но, в общем-то, таблеток я не пью. Вот, никаких специальных методов там с переливаниями крови и всяким прочим хозяйством тоже не практикую. Тем не менее, аллергии у меня, можно сказать, что практически и нет сейчас. Как это со мной случилось? Если честно, я сам не знаю. Единственное, что вчера вот так получилось, что мы там по одному деловому вопросу ездили на переговоры и сидели втроем за столом, выяснилось, что все 3 человека аллергики разной степени. Только я-то практически здоровый, вот, а 2 других шибко нет. И девушка, которая с нами была, она рассказала интересную историю, что у нее целый набор был разнообразнейших аллергий. На весеннее цветение, на пыльцу березы, на кошек, на еще что-то там. В общем, целый букет. И это все дело было с ней до того момента, пока она не родила. Когда она родила, аллергия на кошек, апельсины и какие-то там еще вещи пропала как не было. А на цветение березы почему-то осталось. Но, несмотря на всю странность истории, я в этом вижу некоторую закономерность. Потому что я, когда начал разбираться со своей аллергией, я прекрасно знаю, что люди просто так не болеют. Болезни все наши, они всегда о чем-то. То есть они всегда говорят о том, что где-то что-то в нашей жизни либо не так, как должно быть, либо мы сами сознательно себе какую-нибудь болячку придумываем в виде, ну, скажем так, хорошего стимула для решения какой-то своей задачи или проблемы. Ни для кого не секрет, что иногда, ну, не знаю, тут, конечно, как-то больше какие-то травматичные истории вспоминаются, а не чисто, так скажем, в плане заболевания. Но, тем не менее, и это тоже все у людей происходит не случайно. Так вот, я когда задумался про свою аллергию, откуда она у меня, я вдруг понял, что на самом деле есть во мне такой некоторый аспект. Я раньше был очень, как это сказать, не согласен с миром. Ну, можно сказать, что социопат своего рода. То есть мне всегда казалось, что все вокруг не так, как должно быть, все неправильно. И я так думаю, что я настолько укоренился в этом мировоззрении, что в итоге вот моя аллергия, она для меня была просто единственным средством достучаться мне в голову о том, что «Миша, ты неправильно видишь мир, он не такой». Он не такой, как ты себе придумал. И более того, он никогда не станет таким, каким ты хочешь, чтобы он был. Он останется ровно такой, какой он есть.
И ты либо примешь это дело, либо нет. Когда я первый раз об этом так серьезно задумался, я решил, что, наверное, да. Надо как-то мириться с миром. И постепенно это вот все начало превращаться к тому, что даже, по-моему, уже на следующий год я первый раз в жизни почувствовал себя весной лучше, чем это было обычно. Аллергия у меня была уже немного меньше. И чем дальше этот процесс происходил, попутно я, конечно, другие вещи начал замечать, что есть чисто физиологическая составляющая, что весной, например, я обнаружил, что если я не ем молочных продуктов никаких, то аллергию я в любом случае переношу лучше. Вот. Потом это выросло в понимании того, что весной вообще-то есть Великий пост, православная традиция, которую, ну, вообще неплохо было бы и соблюдать. Вот. Я начал поститься. И заметил, что год от года, с каждым новым постом весенним, мне все легче и легче. И вот, друзья мои, вот можно рассматривать это как чудо, а может быть, как результат целенаправленной работы. Но уже 2 года я могу сказать, что я весной вообще себя чувствую просто прекрасно. От того, что я там пару раз чихнул, один раз прослезился, это совершенно ни о чем в сравнении с тем, что было. Так что, подводя итог, аллергия, почему 100 лет назад о ней даже никто не слышал? Да потому что большинство людей жило вполне естественным образом жизни. А мы сейчас мало того, что живем в своих коробочках, закукленные, далекие от природы, не встречающиеся с ней, жрем постоянно антибиотики, которые убивают не только там вредные бактерии, но и много всего попутного. И я подозреваю, что и это отчасти то же самое, потому что с тех пор, когда я перестал есть курятину, которую больше всего пичкают всем этим хозяйством, и свинину, я стал чувствовать себя еще лучше, и аллергии стало еще меньше. И поэтому, подводя итог, я скажу так. Все в нашем организме, все наши вот эти аллергические реакции, они всегда указывают нам на какую-то глубокую дисгармонию внутри. Как только мы разворачиваемся к ней лицом и начинаем хотя бы даже просто задумываться об этом, как правило, уже сразу же становится легче. И если вот этом, с этого пути не сходить и двигаться дальше, то я думаю, что каждый со своей аллергии вполне в состоянии справиться. Аллергия – это неестественное для человека состояние, но оно стало для нас естественным в силу нашего совершенно неестественного образа жизни. На этом история про аллергию заканчивается. Рассказываем свои истории в комментариях, делимся опытом, лайфхаками. Подписываемся, кто еще не подписан. И, кстати, хочу поприветствовать. Вчера вдруг внезапно откуда-то прибыло 30 человек на канал. Рад вас здесь видеть. Вы хоть скажите, откуда вы все, а то я даже не подозреваю, что вы так дружно хором пришли. Ну все, господа, обнимаю, до следующих встреч.